Здравствуйте, болельщики с оранжево-черным сердцем. Шахтер прибыл в аэропорт Штутгарта, откуда вскоре отправится в Киев. Вчера, 27 ноября, донецкий шахтер одолел Хоффенхайм в пятом туре Лиги чемпионов. На последних минутах решающий гол забил капитан горняков Тайсон. В каком настроении команда летит домой, узнаем прямо сейчас. Олег, получилось ли сегодня после такой победы над Хоффенхаймом заснуть? Ну, если честно, было очень тяжело. После игры не было никаких сил, скажу честно. Поэтому было очень тяжело уснуть. Но после таких матчей очень приятно. Конечно, то, что сыграл, и так получилось, что мы выиграли. А что вы чувствовали, когда просвистел финальный свисток, когда уже закончилась игра? Какие эмоции? Эмоций никаких. Наверное, уже было осознание, что наконец-то уже закончился матч. Потому что сил не было. Наверное, все силы оставили на футбольном поле. Матч с Леоном будет решающим. Уже думаете об этой игре? Нет, мы сейчас переключились на Олимпик, поэтому сейчас важная игра. И постепенно от игры к игре мы будем готовиться. Ну, Алён, ну, конечно, мы думаем, что как бы нам нужно выиграть этот матч. Он самый решающий для нас, поэтому мы будем стараться и отдадим все силы в этой игре. Поздравляем с победой. За счет чего «Шахтер» победил «Хоффенхайм»? В первую очередь, я думаю, за счет характера, потому что 95 минут очень тяжелого матча было. И до последнего терпели, бежали и старались выигрывать. И я думаю, что в первую очередь за счет характера. Тайсон говорил, что в перерыве говорил с ребятами о том, что нужно побеждать. А что говорил Паулу Фонсека? Мистер то же самое говорил, но кроме этого всегда объясняет тактику, когда у него есть возможность на это. И до игры, и в перерыве он объяснял, что нам надо делать получше или что нам надо исправить. Что для команды значит эта победа? Для команды это все, потому что если 12-го выигрываем, то все, это все в наших руках. И одна победа остается на нашей цели до плей-оффа Лиги чемпионов. Болельщики Хоффенхайма вчера очень сильно поддерживали свою команду. Влияло ли это на «Шахтер»? Я думаю, только с хорошей стороны, потому что все равно приятно, даже если это выездные, то есть не наши болельщики, все равно какая-то дополнительная энергия есть и какой-то дополнительный стимул. Что сейчас у вас происходит внутри, какие эмоции? То пока ничего не происходит, очень уставший, надо, во-первых, восстановиться, и во-вторых, все уже 3 дня до игры, и надо уже готовиться к следующей игре. Думаете подсознательно о Леоне? Чуть-чуть, но до Леона еще 2 игры, то есть надо на эти 2 игры настраиваться, потому что очень тяжело будет, потому что и в Кубке очень тяжело было с Олимпиком, и в чемпионате. Так что я думаю, что, во-первых, надо подготовиться к воскресному матчу. Дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку. «Шахтер» возвращается домой. Болейте за горняков и будьте с оранжево-черным сердцем. С вами была Дарья Ракицкая. До встречи. Пока.